Весной с людьми происходят странные вещи. У некоторых даже может случиться обострение. Маниакальный психоз, депрессивное расстройство, звездная болезнь. У сериального актера, похоже, просто сдали нервы от невостребованности в большом кино. Все случилось на обычной тусовке. В отличие от остальных гостей, Прилучный и его подруга посчитали себя слишком умными, чтобы отвечать на светские вопросы. Парочка в буквальном смысле набросилась на журналиста. Зато мы выяснили, что матом Прилучный изъясняется намного лучше, чем на русском языке. В какой одежде сегодня пришла она на вечеринку? В какой одежде пришла? Тебя это интересует? Тебя это лично интересует? А почему ты так разговариваешь-то? Чего? Мы же ничего плохого не спросили. Сейчас засну тебе микрофон, понял? За языком следи.